слегка тепло оделся. Хз, короче, как ее так выпрямить. Так как-то, что ли. О, она что-то люто. Люто наверх завалилась теперь. Жестко. Во. Ну, более-менее так. Хочу домой. Я перед домом до сестрика ехать. Лисий нос. На разворот. Побырому и назад. Сваливать отсюда. Сваливать. Лучше завтра покатать. Короче, с крепежом надо поработать. Хотя бы с тем, что есть. А, ветер. Сейчас главное с функционалом разобраться, с настройками. Карту прикупить. На 64 хотя бы. Всегда можно заколхозить что-нибудь. Из комплекта крепеж какой-нибудь замутить. Блин, кто-то едет сзади. А не, показалось. Чё, камера наверх, да, завалилась немного. Ну, окей, сойдет. Типа пол дороги будете вниз смотреть, пол дороги будете наверх смотреть. Не поеду я в Сестрик. Я здесь аккуратненько развернусь и поеду назад. Что за ветер? Туда едешь в рожу, обратно едешь в рожу. Что с ним не так? Что это такое? Водоканал? Ага, окей. Ну, типа, должно быть более-менее камера положения сейчас, плюс-минус.
надо будет внешний микрофон взять. Потому что стройный 100% уверен, что шлак. Только если близко помещение не записывал. Короче, сделал эту камеру по дешману. Это самое дешманское, что было на рынке, на уровне каком-нибудь AS50 Sony 4K UE. Что там еще? CJ Cam, SJ Cam 8000, наверное. Блин, что-то подмерзаю. Ну как вы, типа, надо покрутить сейчас. Не сказал, что прям замерзает дико. Но есть ли конца? Вот что-то ветер, не могу понять. Ехал туда же, в рожу было. А сейчас обратно, почему в рожу? Я не смотрел, куда там ветер дует. Может, на боковой какой-то. Я хз. Я хз. Я просто понимаю, что хочу домой. Просто беру, еду домой. Представляешь, что я после работы еду домой. Домой. Еду я домой. На. Сейчас доеду. Не знаю, что буду делать. Жестко. Вроде апрель, вроде 6. Сегодня снег был вообще днем, утром, ночью. Что творится с погодой? Непонятно. Это Питер, детка. Это Питер. Короче, пока подумаю, что там еще с великом осталось доделать. Вилсет надо, блин, решить вопрос, второй вилсет. Да я потихоньку звезду 49-ю искать. Или 47-ю хотя бы. Да, кок на 16, на 17 купить второй. Что-то мне кажется, это быстро улетит с таким пробегом. Кайфу, согреваюсь, засыпаю, город засыпает, да, мафия просыпается. Эх, как давно не играл на столке, блин. Хочу собраться с кем-нибудь, поиграть в монопольку какую-нибудь там, в мафию, какие-нибудь РПГшки настольные, какаишки.
А чем я занимаюсь, непонятно, да? Сел на вел, куда-то поехал. Что-то передумал ехать. Поехал назад. Я хз, типа, йод для меня это как наркотик. Типа, мне надо катать, я не могу без вела. Я хз, что там? Что у меня там за психология такая насчет велосипеда? Ну, как-то так. Надо педальки, во! Короче, хочу педальки. На промах. Под туклипсы. Вообще лучше контакты, точно. Надо будет обувь заказать. Да на контакты пересесть. Вот я не поверю, что я один такой наркоман, который катается на велике днем, ночью, вообще в любую погоду. 100% в Питере есть наркоманы велосипедные, которые просто могут взять и поехать в любое время, потому что хочется, потому что кайфово. Вообще просто, ну я не знаю, типа, по кайфу катаюсь. Я согрелся. Это плюс. Пытаюсь погрузиться в какие-то мысли свои. Пока не выходят. Хотя я обычно медитирую как раз, когда еду на велике. Куда-нибудь, типа там, зелик. Просто едешь и медитируешь. По кайфу. А сейчас что-то не медитируешь нифига. Из-за погоды, наверное. Хотя вроде весна чувствуется, но типа погода стрёмная. Снег, минус. Мне кажется, еще в мае может минус быть. Типа климат изменился в Питере. Он более ровный стал. Я понял, что меня потащило. Я, короче, съел шавуху. Я когда ем шавуху, мне хочется катать. Я понял. Типа организм требует освобождения калорий. А, по рулю. Короче, стоит у меня Touring Compact. Pride Rocks Tour 2020, 44 мм в боковых положениях, или не, подожди, что-то запутался, ну да, по-моему в нижних боковых положениях по центру 44, но они типа разветвляются. О, мы типа в Питер въезжаем, да. Ну, типа, нижние ручки загнуты в бока чуть. Чуть в стороны смотрим. Там, на сантиметр, на два.
типа гравел туринг, удобный хват. ХЗ, мне нравится. Вот что мне понравилось, на декларе стало хорошо, а хват на ручках, типа дальний, прям вообще заходит на ура. Ну по выносу мне нравится вот этот хват верхний, удобный. Для меня. Ва, погнал. Ну типа я когда сел, у меня плечи 42, мне показалось руль чутка широкий. Но я что-то сейчас приноровился. И наоборот, типа на разгон получше, когда встаешь. Блин. Ну, короче, на разгон, ну, типа, пошире, поуправляемее, мне кажется. Но на палке я катал всю жизнь. На баран сел первый раз. Типа, чуть плавнее, чуть мягче, чуть ватнее. Но не сказал, что сильно прям херово было. Типа, экстремальных моментов не было. Ну, всегда вырулить можно. Так что, типа, баран зашел. Просто, что у меня сейчас, короче, высоко он стоит. Типа, посадка высокая. Поэтому не так противно, как на ХВЗ, на Павинтоне, которым катался. Жестко, жестко. Я сейчас подсидел, надо решить что-то. Что-то рекомендую двухболтовый взять. И с выносом, типа, назад немного. Но я хз, я байкфит не проходил. Поэтому чё куда. Стоит ли агрессивнее посадку делать? Если не так, норм пока. Я, типа, особо профессионально не катаю, поэтому хз. По городу, да, вот иногда выход. Чутка объемчик катнуть. Но объем это не скорость. Ну не, ну можно, конечно, 40 притопить. Постараться. Я больше типа по лайту. 30-33. И заебись. Бля, уже город, что так быстро? Центр. Сейчас поедем. Надо подумать, как на Ваську попасть. Интересно, когда мосты начнут разводить. Надеюсь, там записывают еще камера. Мне лень смотреть. Лень останавливаться. Ништячок, ништячок, люблю такие заезды. Даже ветер нормальный, ну типа не очень стрёмный, хотя неприятно, конечно. Я так и не понял, почему он двух сторон дует. Туда ехал ветер, обратно сейчас.
Но он какой-то боковой, мне кажется. Еще один светофорчик, и мы на месте. Я думаю, поеду через парк. Ну, типа со стороны парка. Не через Савушкина. Что-то мне лень. О, нифига себе, как меня поддуло. Нормально. Уносит ветром. Блин, хотя масса 120 кг, типа, и ветром все равно сдувает. Такойся. Что-то меня все обгоняет, надо поднажать. Фух. Погнали, пацаны. Проскочим быстро эту хрень всю. Ветер. Сейчас в рожу будет ветер сильный. 100%. Задувай сбоку. И чуть-чуть спину. Сбоку спину. Ну так нормально. Сдувай. Фух. Надо ускориться. Не люблю вот это место, что-то оно мне напрягает. Напрягает, я сказал. Отпустите меня! Отпустите, черти! Ускориться! Еще! Вперед! Дует! Пиздец дует. Все. Заваливаем направо. Когда же это закончится? Что-то вообще задувает, опять дубить начинаю. Или по Савушке надунуть. Там ветер сейчас. Ладно, поеду здесь. Детка. Да. Почти. Почти.